Всем привет, ребята! С вами канал SoberVision. И сегодня у нас продолжение новостей, новости 4.2. И как ни странно, хоть и новости называются муравьиными, сегодня у нас речь пойдет о пауке, о жуках и о аквариуме. И начинаем наш выпуск мы с паука. Поехали! Итак, ребята, паук, как вы уже знаете, помните, у меня живет паук под названием Брахипельма ваганс. Этот паук себя очень хорошо зарекомендовал, никаких проблем у меня с ним не было. Отлично он питается. Не знаю, какие вообще могут возникнуть с ним трудности. И раз в неделю я увлажняю, наполняю ему поилку, ну и раз в неделю кормлю. Давайте этим и займемся. Начнем мы, пожалуй, с кормления. После этого уже наполним поилку, ну и увлажним террариум. Кормлю я примерно вот так вот. Сейчас я достану какого-нибудь жирного тараканчика. Ну вот, ребята, такой вот у нас жирненький тараканчик. Сейчас я открою верхнюю крышку, как обычно я это делаю, и кину его в террариум. Пожалуй, я его сильно пережал, потому что он сразу никуда не побежал у нас. Вот, пережал его в области груди достаточно сильно. Так, ну посмотрим, чтобы он хоть как-то был более-менее активен, чтобы его наш паук съел. Так, попробую сейчас открыть террариум и посадить его прямо к паучку. Так, ну вот я его забросил прям внутрь яиц, в которых живет у нас паук. И надеюсь, в скором времени он все-таки проявит интерес к этому тараканчику и его съест. Обычно он очень живо реагирует на бегающих тараканов, которые носятся. Потом они каким-то образом забегают или пауку надоедает ждать, пока они набегаются по террариуму и сам выходит, так сказать, на охоту. Что еще хочу сказать? Интересная особенность, которую я заметил. Чаще всего паук находится в своем убежище в яйцах, но, ребята, когда подходит время, то есть я кормлю его раз в неделю, подходят выходные, подходит воскресенье, и где-то в пятницу паучок уже вылазит из своего убежища и таким образом ожидает кормления. Вот уже не первый раз я это замечаю. Постоянно перед кормлением паук появляется за несколько дней и ждет свою добычу. Давайте сейчас мы наполним. Так, наполним мы поилочку. Обычно я делаю это так вот, откручиваю. Откручиваю прям свою брызгалку и подливаю прям вот, вот так вот, чтобы здесь вот наполнил я целиком поилку. И теперь сейчас мы разбрызгивая увлажним субстрат. Здесь у меня кокосовый субстрат. Вот. И, в принципе, все, весь уход. Вообще, паук это, как я понял, такое домашнее животное, которое особого ухода, в принципе, не требует. Вот, живет он на своей территории. Каждодневно ему не надо никакие предпринимать усилия для того, чтобы обслужить как-то террариум. Вот. Поэтому такое вот домашнее животное, можно сказать, для любимых. Достаточно раз в неделю просто выполнять эти действия, буквально тут 5 минут. Ну и в остальное время можно наблюдать за его поведением, изучать его особенности. В общем, такие дела. На руки я пока паука не брал. И, честно говоря, ребята, желания пока на руки его брать у меня нету. Вот, в принципе, и вся процедура, которую я выполняю при уходе за пауком. Как я уже подчеркнул, это буквально здесь 5 минут на это все тратится. Ну и давайте перейдем теперь к нашим жукам. И следующие на очереди у нас жуки. А вернее, все, что от них осталось, ребята. К сожалению, эпоха жуков на моем канале подошла к концу. Как вы помните, у меня было 5 личинок. Из этих личинок мне удалось вывести всего лишь 2 жуков. И это были 2 самки. Вот как раз
одна из них сейчас находится на арене. Буквально недавно эта самка погибла, последняя, которая оставалась. Вот. Вторая самка, я не знаю, где-то она, видимо, здесь в субстрате у нас закапана и погибла уже в субстрате. Но факт остается фактом. В общем, у меня появилось две самки. Вот. Ну и, как вы понимаете, продолжения рода уже фактически не было, потому что две самки, они не могут дать потомство. Поэтому я любезно попросил у Алексея самца, и у него как раз нашелся самец. Это был хоть и небольшой самец, но очень активный, и он предпринимал все попытки для того, чтобы жуки могли продолжить род. Вот как раз от него осталась у меня только голова. Я не знаю, где он. Сам он где-то там находится, тоже в субстрате. Вот его голова. Видите, что небольшие достаточно у него челюсти. Но, ребята, я говорю, этот самец вел себя настолько активно и всячески пытался продолжить потомство, но у него ничего не получилось. Как бы он ни старался, не знаю, почему ничего не получилось, я не нашел здесь ни одного яйца. Может быть, не хватило глубины субстрата, которая там должна быть как минимум сантиметров 10-15. Может, сам субстрат им не понравился. Но итог остается итогом. Жуки у меня прожили не так долго, хорошо они питались. Но, тем не менее, они погибли, и продолжение рода, посмотреть нам, как развиваются жуки, у нас не получилось. Вот, было бы, конечно, интересно, чтобы они отложили яйца, чтобы из этих яиц появились личинки, мы бы их рассадили в отдельной емкости и уже вырастили новых жуков. Но не получилось, так не получилось. Может быть, в дальнейшем я когда-нибудь еще возьму жуков каких-нибудь, попробую тоже проделать с ними то же самое. Ну, имеется в виду, что не угробить жуков, а именно попробовать их развести. Вот, и посмотреть вообще на этот весь процесс. Ребята, поэтому, в принципе, с жуками заканчиваем. Тут больше говорить не о чем. И переходим к нашему аквариуму. Ну что, ребята, вот мы и добрались до нашего аквариума. Давненько не было новостей. А новостей тут, в принципе, хватает. Во-первых, я хотел бы сказать, что мне до сих пор не удалось настроить баланс в этом аквариуме. И вы можете это видеть. Сейчас как раз произошла очередная вспышка водорослей. Я уезжал на дней 10 примерно. В это время никто аквариум не кормил, никто не делал подмены, и моментально произошла вспышка водорослей, и те растения, вот, которые на заднем плане, вот передняя стенка здесь видно, даже наша Монте-Карло частично где-то покрылась водорослями. Вот. Ну и вот конкретно камень тоже, вот один из камней, тоже покрылся водорослями. В принципе, история тут следующая, тема какая. Я постоянно пытался ускорить рост растений, добавлял свет, и у меня постоянно происходили вспышки водорослей. Вот. Потом в один прекрасный момент вроде бы мне удалось уловить тот момент, когда водорослей не появлялось, но тут замедлился рост растений. Причем так конкретно замедлился, что Монте-Карло у меня перестало расти. Я посадил вот сюда, вот в это место, в качестве эксперимента Элеохарис парвула, который я приобрел в магазине. И, кстати, он у меня рос нормально, но единственное, малейшие вспышки водорослей очень сильно на нем отражались, он моментально покрывался водорослями. Вот сейчас, в данное время, я его выкопал, рассадил вот такие вот специальные инкубаторы в тепличку, и в этой тепличке он у меня пока будет расти. Я не знаю, подумаю, что с ним сделать. Может быть, эти теплички так у меня и останутся для красоты. Ну, может быть, я его куда-то пересажу. Вот, система CO2 работает отлично, никаких проблем с ней нет. Четко работает эта вся система, как в выставленное время все включается, выключается. Вообще со светом как бы проблем никаких нет. У меня стоит два таймера. Эти таймеры у меня разбивают день на 4 часа
сначала 4 часа свет горит, потом 1,5 часа перерыв, и потом опять на 4 часа свет включается. В общем, ну, экспериментировал я много, но сейчас пока свет в районе 8-9 часов у меня. Вот, ну, постоянно я пытаюсь его чуть-чуть сместить, чуть-чуть в одну сторону, чуть-чуть в другую. Добавил я сюда вот таких вот улиток, пару штук. Улитки очень здорово очистили мне все камни. Из креветок у меня сейчас здесь омана и красный огонь. К сожалению, красный огонь у меня осталось, скорее всего, одна креветка, потому что больше я креветок не наблюдаю. Вот какой-то такой прошел у меня мор небольшой. Не знаю, связано ли это с добавлением удобрений или нет. Вот. Но на чем я остановился? Я остановился на том, что растения у меня перестали расти. Несмотря на то, что парвула более-менее росла, которая у меня вот здесь вот сидела, я принял решение добавить побольше удобрения. И для этого я приобрел вот такое вот удобрение от компании JBL. Эти удобрения хорошо себя проявили на первом этапе. Вот, первое добавление очень благотворно повлияло на растения. Сразу я заметил бурный рост и Монте-Карло. Вот, и растений заднего плана. Но дальнейшее добавление во вторую неделю начало проявлять признаки появления водорослей. В принципе, это нормально, с одной стороны. Вот, но когда я уехал на следующий, когда я уехал через неделю на 10 дней, тоже добавил это удобрение. Видимо, уже произошло перенасыщение воды, подмен не было. И аквариум вот так вот себя проявил. Все растения покрылись водорослями. Бороться я планирую как механическим способом очищения с помощью пинцета, так и химическим способом добавления сюда, посмотрим, какого-нибудь препарата против водорослей. Так, давайте сейчас обслужим наш аквариум, проведем подмену воды, ну и почистим стенки аквариума и заменим диффузор, который также у меня покрылся водорослями. Ну и губку тоже надо будет помыть. Давайте начнем. Так, воду я всю слил, которую необходимо подменить. Это около 20-30%. Теперь попробую собрать те водоросли, которые образовались у нас на растениях. Почистим стеночки. Рыбки, если вы заметили, здесь живут галактики. Они прилично подросли с момента покупки. Ну, постараюсь сделать еще о живности отдельное видео, где расскажу о креветках и о рыбах, которые тут проживают у меня. Посмотрите, какими слоями снимается эти водоросли. Вот прям целая куча водорослей. Ну, сейчас будем все это дело убирать. Ребята, ну а Монте-Карло я сейчас буквально немножко подстригу, чтобы вот эти верхние водоросли, потому что они так очень плохо отделяются, лучше снимались, чтобы вам было лучше видно. Так, сейчас я почищу вот здесь вот немножко стеночку. Так, ну думаю, будет достаточно. Отстриг я еще одно подсохшее растение, которое у меня здесь было. Да. Так, теперь сейчас почистим стеночки. И после этого займемся фильтром, промоем фильтр.
Так, сейчас достанем губку, почистим у фильтра губку. Вообще, в дальнейшем хочу найти небольшой внешничек и поставить все-таки сюда внешний фильтр. Вот, постараться вместить, потому что вот этот внутренний фильтр, он мне не очень нравится. Вот эта губка его, которая постоянно покрывается водорослями, чаще всего, ну, больше всего. Вот, и креветки, нет бы чистить растения, они постоянно тусуются на этой здесь губке, чистят ее, вместо того, чтобы чистить растения. Вот, поэтому буду искать фильтр, постараюсь его куда-нибудь сюда вместить. Так, сейчас заменим еще диффузор. Диффузора у меня два. Вот этот диффузор, который, как вы видите, весь покрылся водорослями, он отправляется у меня в белизну. Там он полежит денек, после этого я его просушу, пускай проветрится после хлорочки, вот, и потом уже буду его устанавливать. В это время вот у меня есть второй, который я и сейчас и установлю. Так, сейчас еще протру стекла губкой и после этого соберу весь лишний здесь мусор. Так, сейчас я долью воды, включу фильтр и пускай он отфильтрует весь этот мусор, всю эту грязь, все, что осталось от растений, водоросли плавающие. Потом, думаю, его попозже, еще, наверное, завтра повторно промою. Воду я добавляю бутилированную, ребята. Смотрю, чтобы была маленькая жесткость. Например, вот как бы сейчас я пользуюсь вот такой вот водой. Вот здесь жесткость практически близится к нулю. Сейчас я попробую найти. Так, где здесь про жесткость написано? Да, жесткость не больше единицы. Жесткость не больше единицы. Сейчас мы нальем эту воду. Все, ребята, теперь сейчас включаем фильтр. Подожду, пока он сутки отфильтрует всю грязь, весь мусор, растения, которые мы подстригли, которые я не смог собрать с очком. И на следующие сутки я попробую опять его промыть. Так, теперь я еще добавлю немножко корма. Сейчас я кормлю вот таким вот, ребята, кормом джбелевским. Так, сейчас включу свет, чтобы вам было видно. Вот. В принципе, я купил замороженный корм, но он нормально. Они сейчас у меня рыбы берут этот корм хорошо. Вот. Насчет водорослей, я думаю, более опытные аквариумисты подскажут мне еще, как их можно победить, какое использовать химическое средство для борьбы с ними. Вот. Ну и в дальнейшем, как не допускать роста этих водорослей. Вот, так, в принципе, я думаю, с обслуживанием аквариума мы закончили. Как вы видите, не все получается на этом этапе. Тут сказывается и объем, и длительный перерыв, который у меня был в содержании рыб в аквариумах. Плюс я стал еще использовать хорошую систему CO2, которую тоже нужно грамотно включать, выключать. В общем, все эти моменты. Пока идет такая больше как бы настройка. Ничего, в принципе, критического нет. Все вопросы, я думаю, эти мы сможем решить с вами. На этом наш новостной выпуск будем завершать. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Не забывайте подписаться на канал. Если выпуск понравился, поставьте палец вверх. До скорых встреч, ребята. Всем пока-пока.